Ли в садах наших вишни рано так начали зреть, рано веселые звездочки вышли, чтоб на тебя поглядеть. Если гармошка умела все говорить не твоя, русская девушка в кофточке белой. Птицы тебя всюду песни встречают, ждет ветерок у окна, ночью дорогу тебе освещает, выйдя навстречу луна. Если б гармошка умела, то говорить не твоя, русская девушка в кофточке белой, свет и ромашка моя. Где бы я ни был, ты помни о друге, жди, как любимые ждут, ведь о тебе все гармонии в округе лучшие песни поют. Если б гармошка умела все говорить не тая, русая девушка в кофточке белой, где ж ты, ромашка моя? Что это Иван под моими окнами горланит, а? А я почем знаю. Пусть играет. Пьяным, что ли? И что вы думаете, Тимофей Кондратьевич? Я не пьющий. А ты откуда знаешь, пьющий он или нет? От непутевого все можно ожидать. Ну вот. То Ваня у него первый парень на деревне. Без Вани у нас ни одна свадьба не играется. А теперь непутевый. Да, непутевый. За песни и гармошку трудоги не начисляют. А? Ну как скажешь. А понять, Петрович, мое мнение такое, Тимофей Кондратьевич. Человек может петь тогда, когда у него, как говорится, есть от чего петь. Верно. А без этого все эти песенки, стишки, опиум, так сказать, отрава. Вот у меня в жизни, я считаю, полный порядок, так сказать, ажур. Да-да. Конечно, я бы не поехал работать в деревню, если бы не вы, Тимофей Кондратьевич. Меня бухгалтером в глав приглашали. Ой, какой шум! Просто слушать невозможно, папа. Любовь, Тимофей. А? Разрешите сахарку? Ой, извините. Пожалуйста, пожалуйста. Прошу, собственноручно.
Еще пару кусочков. Нам, работникам умственного труда, для интеллекта, так сказать, необходимо большое количество глюкозы. Пожалуйста. Хорошо на улице. Луна, так сказать, соловьи поют. Да, соловьиная пора. Любовь Тимофеевна, идемте, подышим свежим воздухом. Спасибо. Мне уже спать пора. Ну что? Поздно. Любовь, а Любовь, открой. Чего ты бродишь по ночам? Непутевый. Ну вот, непутевый. А я думал. Что ты думал? Что думал? Ночь-то какая. Соловьи поют. Чего ты не слыхал? А
ну-ка, приложи. Здравствуйте. Минуточку, товарищи. Ну, минуточку. О! Полное совпадение. Точно. Криминал. Это вы говорите, тут гуси тут не при чем. Новые штаны плачем, не смогу экономить. Да. Чего ты, отстань? Ты, Ваня, гляди, кто ж не шурахнет. Почему молчать? Ну, теперь, Ваня, держись. И крепче, а то хуже будет. Жалко мне и таких, что у такого отца такой непутевый сын уродился. Ну что же поделать, Тимофей Кондратьевич? Гримаса природы. Какая такая гримаса? Кто ты такой? Кто ты такой, я тебе скажу? Я не понимаю всей глубины вашего вопроса. И в какой век? Давай промолчили таких. Давай, говорит. Кто ты такой? Успокойся, Макаровна. Я ведь затем пришел, чтобы узнать, зачем он мне крышу проломил. Не затем, Тимофей Кондратьевич, чтобы у тебя гусей воровать. Не затем. Ну вот что, Иван, делаю тебе последнее предупреждение. Ежели еще что-нибудь, будем из колхоза исключать. Понятно? Понятно. Не для тебя ли в садах наших вишен рано так начали зреть? Рано веселые звезды. Ванька! Артист, убирай своих чумазы! Мне они не мешают! Передавлю сейчас! Ну и дави, тебе отвечать придет! Ну, не путевая твоя голова! Детки, помяните мое слово, у Ваньки толку не выйдет! Фу, мордастый, мордастый! Не понимаю, за что только его некоторые девчата обожают? А ты не обожаешь? Нет, у кого-то оно! Детки, смех вчера было! Что ты, Ванька, у председательском курятнике крышку валил, а крышку в одну самим Любовь, а любовь. Да он за свиньями глядит. Вы меня до тюрьмы доведете. А ну, посмотри за свиньями. Простите, это не моя специальность. Я пришлю кого-нибудь сейчас. Тимофей Кондратьевич. Ай-яй-яй-яй. Ну зачем это? Опять вы вмешиваетесь в мои дела. А кто другой вмешается? Ну кто тебе поможет и снимать, а? Дуня, что он опять натворил? Погони ты его на все четыре стороны. Вот я тебя погоню на все четыре стороны. За чего непутевый Евдокию довел? Не пойду я, маманя. Сынок, сынок, да как же так? Ну ты ж мне слов дал. Ну, ну что ж ты? Что, маманя, со мной делаешь? Стой, стой, Вань. Ванечка, ты стой здесь, погоди, я пойду посмотрю, сердится он или уж отошел.
Ну, а тебе чего? Чего? Ой, я гордился был. Смотри, отстань, я Ванюшке ровно обед. Отстань, хватит с меня. Он слово дал, Тимофей Кондратьевич. Грош цена его слову. Попробуй. Ну, последний раз попробуй, поставь его на какую хочешь работу. Ну, только бы парень при деле был. Он в гараж против. Просится, просится. Он в монтера просился? Просился. Провода пожег? Пожег. Чуть конюшню не спалил. Ни один бригадир его на работу брать не хочет. Лодырь он. Бездельник. Безответственный человек. Вот кто твой сын. Никуда я его не пошлю. Хватит. Не могу. Не можешь? Не могу. А что ты мужу обещал, когда он на фронт уходил? О семье не беспокойся. А теперь сына без работы оставляешь. Мало эту руку на него поднял, кнутом замахнул. Это же я сгоряча, Евдокия. Ему уже на поезд. Ему уже на поезд. Ну, тише, тише. Тише, тише. Народ слушает. Ну, ну, водички на выпей. Ну. Да пей сам. Доведет человека, да, потом ладно, воды. Да, ладно, ладно. Ну, кто-нибудь придумает для твоего Ивана. Любка! Я тебе задам. Уходишь, Тимофей? Да нет, никуда я не ухожу. Значит, обещаешь, Тимофей Кондратьевич, а? Обещаю, что кто-нибудь один останется у нас в колхозе. Или я, или твой непутевый. Опять? Ну за что ты мне он подаришь? Что за разговор? А ты не лезь, не с тобой разговор. Пошлешь ты мне сына на работу, последний раз тебя спрашивать. Отстань, не могу. Пошлешь ты мне сына на работу, а нет? Пошлю! Только ты уходи. Тимофей Кондратьевич. Уходи, а то я передумаю. Ухожу, ухожу. Спасибо, милый. Помоги вдове, ведь Ваня-то у меня одна пора в жизни. Ваня, Ванюша. Хороша пора. Тимофей Кондратьевич. Куда бы мне его послать? Мое мнение такое. А мне не интересно твое мнение. А пошлю-ка я его к Захару Силычу на выучку. Мойщиком. А? Видали, что делает? Лихо. Изобретатель. Все машины сразу мыть хоть. А? Да-да. Эй, Роскин! Голубчик, подшутить вздумал? Она сама вырвалась, загадок. Я ее... Ой! Я тебе покажу, вырвалась! Захар Силыч! Дай фуражку! Захар! Ты что это? Во всем обмундировании купаться задумал? От такого работничка... Не только искупаться, утопиться в пору. Ну, а как? А? Помогает? Как видишь, помогает. Тимофей Кондратьевич, убери его из гаража. Убери, а то я за себя не ручаюсь. Да что ты, Захар? На тебя вся надежда? Тимофей Кондратьевич, я больше не могу. Ты же у меня, так сказать, последняя станция, понятно? Понятно. Ладно, если я последней инстанции, придется тебя исправить. На всю жизнь помнить будешь. Пожалуйста. Пойди, Полинке. Вам? Пожалуйста. Полиночка, моя нижайшая. Во-первых, не Полиночка, а Полина Кузьминична. Ах ты моя крошечка. Захар Силыч, я из преисполнения. Понимаю, Полина Кузьминична. Я прошу... Захар Силыч, кто это вас окунул? Небось, новый помощничек. Вот именно. Полиночка, я человека должен перевоспитать. Что-нибудь согревающего. В вашем положении, Захар Силыч, горячий чай – самое первое дело. А этого немножко, чтобы вы не простудились. Сейчас сахарку дам. Захар Силыч. Конфетку.
Но об этом никто не узнает. Ну что ж, займемся исправлением последней инстанции. Будете довольны. Закон моря. Морское, задушевное. Ну, раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко. Эх, Ванюшка, тянет меня к морю. Захарсиус, ну где же вы пропали? Петя, дорогой, причаливай к нашему берегу. Да некогда мне. Получишь удовольствие. Связался черт с младенцем. Слыхал, как с начальством разговаривает? Не обращайте внимания, Захарсиус. Есть, не обращать внимания. Вольно. Умница ты у меня, Иван. Почему же я тебя раньше не знал, а? Не знать такого парня. Позор. Скажи, чего ты хочешь? Не знаю, Захар Сергеевич. Не знаю. Хочешь, я из тебя шофера сделаю? Шофера? Да. Хотеть-то хочу, да боюсь, не получится. А ты не бойся. Получится. Раз Захар сказал, значит, получится. Закон моря. Ты у меня будешь шофером первого класса. Я им покажу, как из непутевых людей делают. Товарищ! Товарищ! Так! Так! Моя школа. Да. Ну ладно.
Давайте, гармонист! Девочки, хватит, ты придешь, ты его собой. Захар Осилыч. Вот кого я потерял навек. Да с ним ничего не случилось. Что ты в этом понимаешь? Ох, попадет ему за меня. А тебе, думаешь, не попадет? Меня-то посадят, это факт. Давай, убежим. Вот что. Иди-ка ты домой, а то еще заодно и тебя заберут. А я не боюсь. Вот он начал меня перегонять. Рука его! Вон он! Где? Вон там! Вон! Доктор! Доктор, за мной! Товарищ милиционер, за мной! Включитесь в аппарат. Подавай. Воду. Живой? Живой! Только хромает маленечко. Он с вашей Любашей вон туда пошел. Непутевый. Ну, а что же вы стоите? Бегите! Разыщите! Разыщи, товарищ Кротеев! В момент! Окажите помощь человеку! Сейчас! А вот я ее сейчас. Отец! Сюда! Здесь он! Облава! Арестовать хотят! Нет, я живым не дамся. Ваня! Ваня! А? Это ты? Хороша. А ну, марш домой. Я тебе задам. Так, так. Значит, все мое доверие псу под хвост. Под хвост. Виноват я перед тобой, Захар Силыч. Да что я? Ты колхоз подвел, понимаешь или нет? Понимаю. Ни черта ты не понимаешь. Струсил, сбежал. А зачем председатель на меня облаву устроил? Милиционера вызвал. В общем, я тебе так скажу, Захар Силыч, я решил бежать из деревни.
Вот с тобой попрощаюсь, я ребят, только меня и видали. Ну, беги, беги. Ну, бегу. Стой. Чего? Щенок. Тимофей Кондратьевич за доктором послал, чтоб тебя, дурня, в больницу отправить. А он бежать. Облава. Ну. Вот тебе и ну. Шутишь ты, Захар Сергеевич. Какие могут быть шутки? А милиционер зачем же? Милиционер? Милиционер для порядка. Так а что же мне теперь делать? Иди домой. Мать-то, небось, с ума сходит. А как же с машиной-то? С машиной-то? Ну что ж, мотор проверим, рессоры переберем. Может, и обойдется, а? Хватит на сраму. Чтоб она не смела и на улице появляться. Может, скажешь, ей в школу не ходить? Да, не ходить. Пусть дурой неграмотной остается. Вы думаете, Василий Кондратьевич? А, заходи, заходи, Аполлин Петрович. Ты что, смеешься, что ли? Ведь ей последний класс остался. Из нее еще какой человек получится? Не получится из нее человека. Вот я ее замуж выдам. Ошеломляющая новость. Так сказать, сенсация. Чего-чего? В чем дело? Бровкина Ивана Романовича призывает в ряды советской армии. Ох, слава Богу. Видишь, как все хорошо обернулось. Да не путево ей и не пара. Конечно, не пара. Ваш зять должен быть человек интеллигентный. Чего? Человек, так сказать, умственного труда. А, это хорошо. Будет у меня интеллигентный зять. Святые слова, Тимофей. Да, будет. Спасибо, будет. Тимофей Кондратьевич. Разрешите идти? Чего? А, да, иди, вручай повестки. Слушаюсь. Зажмитесь, позвольте. А это разрешите вам вручить. Опять? Это сюрпризное, это сказать, из старых запасов. Да вам духи самому пригодятся. Вы человек молодой. Я, извиняюсь, духов не употребляю. Мое мнение такое. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Счастливо оставаться. Вот это человек. Интеллигент, чем не жених для Любаши. Да что ты, Кондратич, ошалел, что ли? А что, не нравится? А тебе нравится? А ну, марш в школу. Ну и характер. Каратеева. А теперь прошу, товарищей, будущих солдат нашей армии пройти в президиум. Иди, иди, Ванюша. Ведь они директоры зовут. Иди. Бежать ночью. Дорогие товарищи, сегодня мы провожаем в ряды родной советской армии славных сынов нашего колхоза. Вы все их хорошо знаете. Это Николай Бухвалов, механик нашего колхоза. Петр Соколов, помощник бригадира. Нашего лучшего наездника, конюха Никиту Козырева. Ну, и, наконец, мы провожаем всем вам известного своими достижениями шофера первого класса Ивана Бровкина. Тимофей Кондратьевич, а? Ну зачем? Ну, он, конечно, пока еще не достиг того, так сказать, но... Мы
Мы даем нашим призывникам наказ не уронить славного имени нашего колхоза, быть отличниками боевой и политической подготовки. Одним словом, не срамите нас, сынки. Это вам от нашего колхоза на память. Ну, на, получай бронки. Уезжаю. Сядь. Сядь. Утки летят. Летят. Я тебе каждый день писать буду. Солнышко вышло. А ты не будешь писать? Мне пора бы. Что ж, иди.
Мире тебя нет красивей, ты словно в песне соловья, ты словно в небе широком и синем, ранняя зорька моя, ранняя зорька моя. Я, пожалуй, так не сумею. Разговоры? Делаю вам замечание, Бровкин. Выполняйте. Перевести меня в другой расчет. Ты что думаешь, что здесь как у себя дома? Куда хотел, туда и пошел. Что захотел, то и сделал. Нет, брат, здесь армия. Понял? Другой расчет не выйдет. А вот ты знаешь, что я тебе скажу? По душам. Ничего. Вот галфактус лопотать ты можешь. В другой расчет нельзя. А Кашину не верь. Сержант у нас душа человека. Дремучий
диких лесах, за полярным ли кругом, всегда мы готовы на подвиг любой. А сердце хорошего, верного друга, пути неизменно с тобой. Ты мне растревожил, Прошкин. Молодец. Сыграй еще. Пути ты собьешься, и некому руку тебе протянуть. Ты слабеешь в борьбе, но сердце хорошего, верного друга. Пропал наш сержант. Совсем пропал. Молодец, Брошкин. Подобрал ключи. Ага. Рядовой, каждый стрельбу закончу. Сержант. Да вот же ваша пробоина. Ну, а теперь посмотрим, что у вас, Кашин. Товарищ сержант, у Кашина одна мишень поражена. Неважно, Кашин. Вам стрелять нужно лучше. Не первый год служить. Так я... Но у вас для начала неплохо. Надо идти. Мельче мушку брать. Раз. 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 Давай, давай, работай. Слушай, Бровкин, если ты не хочешь работать... Отойди, пожалуйста. Пожалуйста. Ну и лодыря же нам прислали. Прекратите курить возле орудия. Вы почему не работаете? Ну сколько же можно ее драить, товарищ сержант? Пока чистый будет. Ну что, и сержант не помог? Вперед! Преодолеть фасад дома. Вперед! Помогите. Слушаюсь. Танки строй, товарищ Кашин. Слушаюсь. Сержант Убродкин из шелковый ходит. Я бы за это нарядик подхватил. Смотри-ка. Вот видите? Товарищи, надо помогать Бровке. Идите. Слушаюсь.
Отделение смирно! Товарищ капитан! Вольно. Отделение вольно! Ну как, новичок? Привыкай, товарищ капитан. Говорят, он на гармошке хорошо играет. А? Отлично играет, товарищ старший лейтенант. Итак, товарищи, мы разобрали с вами основные виды термоядерного оружия. Следующая тема наших занятий – применение атомной энергии в мирных целях. Если вопросов нет, я тут закончу. Нет, ну, нет. Тоже верно. Товарищ, да? А в атомных электростанциях тоже уран применяют? А как же? Это же один из видов ядерного горючего. А почему же там взрыв не происходит? Точно! Товарищи, получите корреспонденцию! Андреев! Я. Получи. Кашин! О, давай. Получи. А это душистая, Коломиец. Давай, давай сюда. Антонов! Давай сюда. Это тебе. Это тебе. Все? Подождите нас, минуточку, вам письмо. А, спасибо, спасибо. Слушай, дайте, неужели у меня ничего нет? К сожалению, ничего. Ты понимаешь, два месяца и ни одного письма. Как ни одного? Ты вчера получил. Это от матери. Ах, от матери, от нее ничего. Слушай, ты хоть скажи, как ее зовут. Не все ли тебе равно? Ничего не поделаешь, разлюбила, наверное. Не может этого быть. Очень может быть. Нам, почтальонам, это хорошо известно. Федор Иванович, надо сегодня же закончить вывозку удобрений. Не успеем, пожалуй, Тимофей Кондратьевич. Не успеем, надо успеть. За укладкой проследи, я в район еду. Тимофей Кондратьевич, вы уезжаете? Да, еду, что? Необходима ваша подпись. Ну ладно, давай скорее. Нюрочка, разложите, пожалуйста, сегодняшний почт. Да ну давай, давай скорее. Слушайся. Вать, за мной. Я спрошу. Пожалуйста, от ведомости. Прошу вас. Здесь. Спасибо. Это небольшой счетец. МТС? МТС. И число, пожалуйста. Все, спасибо. А это почта? Ну, почту потом. Нет, я вас прошу, Тимофей. Дорогая моя Любаша. Что это? От кого это? От Бровкина, Иван Романович. От Непутева? Дорогая моя Любаша. Вот уже два месяца, как я пишу тебе каждый день. А я ей покажу. Я не понимаю, при чем здесь Любовь Тимофеевна? Как же при чем? Она с ним в любовной переписке состоит. Что вы, Тимофей Кондратьевич? Ваша дочь ни одного письма не получала. Да как же не получала? Вот так, не получала. А куда же они девались? Видите ли, они попадали ко мне. Я, так сказать, оберегая честь вашей семьи, не доводил их до сведения адресата. Ты что же, стал бы, чужие письма читал? Зачем читать, Тимофей Кондратьевич? Я с ними расправлялся так же, как вы сейчас. Но это же подлость с твоей стороны, Самохвалов. Ну, зачем такие громкие слова, Тимофей Кондратьевич? Вы сами, извините, разве не допустили правонарушения, уничтожив письма непутевых? Я же отец. Я и старался, что вы отец. А вы мои честные намерения называете подлостью. Ну ладно, ладно. Как-то нехорошо получается совать нос чужие письма. Ну какие же они мне чужие, Тимофей Кондратьевич? Они же адресованы вашей дочери. А разве я для вас чужой человек? Ну вот, например, письмо к Захару Сивычу. Оно же нас с вами не касается. И мы не интересуемся, что его там пишут. А что, говорит, он опять в морской флот собирается? Да, самим министром в переписке состоит. Ну да. Туда, пожалуйста. Жалко. Хороший мужик. Морская душа. Что делать? Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. О, полюбуйтесь, вот ваша дочка. Письмами интересуется. Сейчас, воротись. Только беги, тебе есть. А твой тебе не пишет, Любаша? Пишет. Говорят, у твоего солдата в городе другая ромашка завела. А у меня никакого солдата нету. Бочки нету. Кого ж ты хочешь обмануть? Сама ждет, не дождется. Он же не путевый, чего с него взять-то? Ну ладно, я ему покажу. Thank you.
наше счастье растет, подрастает. Отбываете, Захар Силыч? Отбываю, Аполлинарий Петрович. Но если меня здесь забудут... Что ты? Как моих друзей. Я вернусь и в порошок сотру. Понятно? Понятно. А ну давай мою любимую... Какую? Песню Вани. Где бы я ни был, ты помни о друге, жди, как любимые ждут, ведь о тебе все гармонии в округе лучшие песни поют. Если гармошка в небе, то говорите о нем. А капитан тут тоже музыку любит. У него должность такая. Он обязан душой солдат интересоваться. Ну так что, товарищ? Пошлем завтра Бровкина на осмотр полковой самодеятельности. Пошлем! Ну так, да, что ли? Правильно, товарищ старший! Тихо. Где Бровкин? Нету. Заболел, наверное. Рядовой Абаев, бегом в казарму, узнайте, что с Бровкиным. Слушаюсь. Бегом вам. Рядовой Абаев. Слушаю, товарищ капитан. Куда бежите? Узнать, почему Бровкин не вышел на физраку, товарищ капитан. Не вышел? Возвращайся в строй. Я выясню сам. Слушаюсь. Товарищ капитан! Хорошо играет? Очень хорошо, товарищ капитан. Он на Олимпиаде себя еще покажет. Ну что, репетируете? Репетируй, товарищ капитан. Рядовой Бровкин, кто вам разрешил не выходить на физзарядку? Так я ж, товарищ капитан, ее репетировал. Артист, придется вам вместо Олимпиады пойти на двое суток под арест. Кто опоздал к вечерней поверке? Бровкин опоздал.
Кто выходит без команды из строя? Опять Бровкин. Он думает, что его в комсомол за гармошку приняли. Ему за гармошку все прощается. И я говорю, что все прощается. Неправильно прощается. Я предлагаю Бровкину объявить выговор. Что? Я предлагаю выговор. Правильно. Записать ему выговор, будет знать. Видишь, ты быстрый какой нашелся, выговор. В этом разобраться надо. Все ясно. Тихо, тихо, товарищ. Ну нельзя же все уметь. Дайте слово Бровкину. Правильно, нужно дать слово Бровкину. А я не просил слова. А вам что, нечего сказать, товарищ Бровкин? Ну, а чего говорить-то? А ну, выходите. Ну, чего выходить? Все правильно. Наверное, я виноват. Видали, он еще не уверен. А ты сколько воскресенье увольнительный в город не получаешь? А ты-то? Да ты-то. Ну, сколько? Завтра вроде только третье. Тихо, тихо, товарищи. Ну, говорите, Бровкин. Что же вы так и будете, товарищи, подводить, а? Да. Вы знаете, Бровкин, вот когда идешь в бой, так можно быть уверенным в своем товарище. Как это вы поете-то? А сердце хорошего верного друга как? Беде не оставит тебя. Вот-вот. Видите? А вы? А он на занятиях через окошко прыгнул, а товарищ не помог. С вами, Бровкин, никто даже в разведку-то не пойдет. Не верят вам, товарищи. Ну что вам можно поручить? Какое боевое задание? Сила воли-то у вас есть? Стойкость-то есть? Есть. В бою, товарищи, не подведете? Выручите? Не подведу. Выручу. А почему же вы сейчас подводите и себя, и своих товарищей? Можно мне? Пожалуйста, товарищ Буслаев. Товарищи, комсомолец Бровкин действительно не раз нарушал воинскую дисциплину. И он заслуживает самого сурового взыскания. Но Бровкин мне, как командир орудия, обещал исправиться. Не верю я его обещаниям, товарищ сержант. А я верю, товарищ Кашин. Разрешите мне? Пожалуйста. Товарищи, я считаю, что если комсомолец дает обещание, он его обязательно выполнит. Надо верить обещаниям комсомольцев. А я что-то не верю этим обещаниям. Надо знать Бровки. Вот именно. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться. Я вас слушаю, товарищ Бровкин. Ошибка произошла, товарищ старший лейтенант. Я не давал никаких обещаний. Товарищ сержант, слушаюсь. Вот Бровкин говорит, что он не давал вам обещания. Вы разве это отрицаете? Да нет, дело не в этом, товарищ сержант. Я хочу сказать, что я даю вам это обещание. Ну вот. Thank you.
зажигающий! Сегодня зажигающий! Заряд четвертый! Отражатель ноль! Отражатель ноль! УГР 30 ноль! УГР 30 ноль! Прицел 12! Прицел 12! Входи в середину! Готово! Готово! Третья готова! Вторая готова! Четвертая готова! Отбой! Командир орудий, ко мне! Отбой! Если тебе не на гармошке играть. Расчет встал на огневую позицию за 3 минуты 4 секунды, товарищ капитан. Молодцы. Кто отличился из солдат? Бровкин и Абаев. Вот опять Бровкин. Да. Ваш любящий сын. Ой. Любаша! Что ты? Любаш, пойди ко мне, доченька. Что хочешь? Ты от радости. Письмо опять. Письмо? Да. Письмо, тут беда. Прочитать не могу. Очки куда подевала? Тут давай я. Очки. Милый. Очки. Дорогая мама. Это же тебе письмо, тетя Дубин. Конечно. Я у него одна мама. Прости, что запоздал с ответом. Но времени свободного совсем нет. Занимается. Учится много. Тяжко ему там одному без меня, на чужой сторонушке. Скоро уезжай, но адрес остается прежний. Пишешь, что адрес прежний? Да, прежний. Воинская часть, номер 1538. Ну, ты знаешь. А почему ты ее должна знать? Я ему не пишу. И он мне не пишет. Батюшки! Молоко у меня в печке. Прижит. Ах ты, батюшки. Дурец ты. Совсем из ума выжил. Что третья батарея добилась хороших результатов. Отлично работал расчет сержанта Буслаева. Личному составу расчета объявляю благодарность. Служим Советскому Союзу! Особо отмечаю четкую, умелую работу наводчика. Как его хорошо? Ефрейтор Бровкин, товарищ полковник. Ефрейтора Бровкина. Предоставляем отпуск на родину сроком на 10 суток. Служу Советскому Союзу! Вас учение третья рота, у деревни на виду, на виду. Мимо сада огорода, мимо девушек саду, да мимо девушек саду. Вдруг одна в платочке синие, говорит, чем пытовось, да пытовось. На дороге ты родиня, шли бы девушкам по
помочь, зашли фельдъерушкам помочь. Старшина был очень краток, выполнять приказ, изволь, приказ, изволь. Эй! Пропалось по площади грядок, кровь 17-0-0, да кровь 17-0-0. Этот случай не забылся, а причина тут одна, да тут одна. Эй! Через месяц вдруг женился, наш товарищ старшина, да наш товарищ старшина. Ну что, готов? Так тоже, товарищ старший лейтенант, готов. Вешайте. Разрезь! Смотрите, как Бровкина разрисовали. Дружный расчет. Расчет сержанта Бусина. Вот чего очень нашего подразделения. Соня! Всего нашего подразделения. Бровкин! Иди сюда! Тише, братцы. Перехвалили Ивана, просто перехвалили. Ничего не перехвалили. Правильно написали. Это ему Зайцев по дружбе устроил. Ах, да! Теперь он нос задерет. Выдающийся личность. При чем тут личность, братцы? Он обо всех запишет. Ну что, товарищ Абаев, скучно будет в батарее без Бровкина? А? Скучно. Очень будет скучно. Вы только смотрите, не зазнавайте. Ну что, товарищ старший лейтенант, нет, я... Бывает. Всяко бывает. Все равно мне никто не пишет. А это как сказать? Чего-чего? Бровкину Ивану Романовичу. Ну, покажи. Покажи, ну. Ну, покажи. Слушай, а мне там нет письма? Буслаю! А мне нет там нет письма. А мне нет письма. Кашину! Разрешите войти? Входите, входите. Да, я ефрейтор Бровкин. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Пожалуйста. Завтра в дорогу? Пришли прощаться? Никак нет, товарищ капитан. Раздумал ехать. Ты ж как это раздумал? По какому это случаю? Ну-ка, садитесь. Поговорим. Ну? Значит, решили не ехать? Решил. Ну что ж, дело ваше. А я вот письмо из дома получил. Пишут, что скучают. Наверное, о вас скучают. Вам что пишут? Что пишут? Вот, всякую ерунду пишут. Батюшки, как вы с письмом-то распорядились? Можно прочитать? Читайте. Да, нехорошо. Очень нехорошо получается. Ну, что хорошего? Так, обидеть человека. И главное, за что, товарищ капитан? Вот тебе раз. Обидел девушку и сам не знает, за что. Я обидел. Целый же год вы ее, бедняжки, не писали. А теперь еще вот ехать отказываетесь. Это я-то не писал. А то кто же? Нет, товарищ капитан, в этом надо разобраться. Я так думаю, надо разобраться. Так ведь, товарищ капитан... Так надо поехать и разобраться. Поехать? И разобраться. Да. Ну да. Слушаюсь, поехать и разобраться. Счастливого пути.
Маманя! Валюша! 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 Сынок! Все такая же! Ой! А ты-то как в избу-то ходить? Ну, сейчас, чемоданчик. Чемоданчик, не беспокойтесь. Не беспокойтесь, Иван Иванович. Не беспокойтесь. Ой. Ванюш, папирос не забыл? Здесь. Евдокия, покажи сына-то. Здоровый нам, Романович. Вы или пятие? Я сам катар. Благодарствую. Не курясь. Дунь, Ванька-то у тебя какой красавец. Не Ванька, а Иван Романович. Ты вот тебе непутевый. Иван Романович! Ваня! Здравствуй, Ваня! Здравствуй, Ваня! Здоровья сейчас. На 10 суток. А времени нет у него, командир. Просил не задерживаться. По делам приехал. Или так погулять? Да некогда ему гулять. Приехал колхоз помочь. Вы меня, девчата, извините, мне нужно зайти к Тимофею Кондратьевичу. Нам к председателю. Мамань, вы меня здесь подождите. Ну, конечно, Ванюшенька. Разрешите обратиться? Брохин! Ваня! Так точно! И не узнать тебя? Молодец! Орел, герой! Тимофей Кондратьевич. Да знаю, знаю, все знаю. В газетах про тебя писали. От командования письма получал. Не отравил колхоз. Молодец! Ну, что скажешь, Аполлинар Петрович? Что ты, Ваня, не узнаешь, что ли? А, ну как же, узнал. Здравствуйте, товарищ Бровкин. Здравия желаю. Возмужал. Возмужали вы, Иван Романович? Да, действительно, возмужал. Ну, как дела? Надолго к нам? На 10 суток, не считая дороги. Краткосрочный отпуск, согласно приказу командования. А, так. Тимофей Кондратьевич. Может, во мне какая нужда есть? Я хотел бы помочь. Помочь? Да, практически помочь. По ремонту машин, механизмов. Время горячее. Как вам сказать? С тех пор, как вы уехали, у нас, слава богу, ни аварий, ни поломок. По-моему, пусть отдыхает. Спасибо за совет, Аполлинарий. Как? Петрович. Петрович. Постараюсь им воспользоваться. Ну, ладно. Работает, для тебя найдется. Мы от помощи не отказываемся. Ну, иди-ка. Домой, отдохни, а вечерком я загляну к тебе. Ну, жди. Слушаюсь, Тимофей Кондратьевич. Вот что армия-то с человеком делает. Один год и не узнать Вани Бровкина. Да, а мое мнение такое, Тимофей Кондратьевич. Человек на военной службе грубеет. У него, так сказать, теряются всякие чувства. Да чувства-то чувства, а что нам с письмами-то делать? Ты вроде как некрасиво поступил, а я с дуру потакал тебе. Да, нехорошо. Нехорошо вы поступили, Тимофей Кондратьевич. Очень нехорошо. Я нехорошо поступил. А ты? Ты-то хорошо поступил? Красиво? Я человек посторонний. А вы отец, председатель, лицо, так сказать, ответственное. У меня есть мнение, я могу вам посоветовать. Но? Чтобы вам не попасть в глупое положение, мягко выражаясь. Ну-ну. Скажите, Любаша не должна встречаться с этим грубым солдатом. И он ничего не узнает. Вашей дочери все-таки должно же быть самолюбие. Ну и подлез-то ты, Самохвалов. Пробы негде ставить. Опять громкие слова. Подлец. Ей-богу, Тимофей Кондратьевич, у вас нет чувства юмора. Это тактика. Военная хитрость, так сказать. Да, хитрость. Дорогая! Отвечает, родной! Милый пишет, стасковался! Отвечает, стасковался!
И вы пошла ты погуляла. Чего ты дома томишься? Добрый вечер. Разрешите зайти, Лизавета? Заходите. Вот и погуляла. Извините меня, Лизавета Никитична, но музыка эта идет от безделья. Ну, кто-то, сказать, музыки требует. Да тот, кто не работает, и тот, кто, извиняюсь, выпивает. Последняя новинка. Прошу принять. Ну, зачем вы мне эти колонны носите? Торговать мне, что ли? А вы берите, не стесняйтесь. Свои люди. А это, Любаша, вам. Обратите внимание. Ну зачем это? Лучше сонечки любить, чем на шею вешаться. Браво, браво. Хорошо поет Антонина. Заливисто. Что ты, Ваню, не слышно? Остепенился человек. О, не скажите, Тимофей Кондратьевич. Помолчал бы. Военная служба делает человека черствым. Для солдата любовь или песня... Это, так сказать, расплюнуть. Как вы думаете, Любовь Тимофеевна, куда вы? Извините, мне спать пора. Дело миром не кончится. Солдат приехал. Елизавета Никитична. Берите, берите. Вы человек молодой, вам духи самому понадобятся. Зачем теперь человеку жизнь? Чтоб скрыть следы преступления. О! Так, так. Ну вот, и концы в воду. Одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра. Любовь, ну, честное слово, каждый день писал. Честное слово не получала. Надо мной вся батарея смеялась. Зачем обманывать вас? Уж лучше сказал бы, что не хотел отвечать. Бухгалтер тебе голову закрутил. Любаша. Любаша. Что? Ну, честное слово, каждый день писал. Честное слово не получала.